Марафон «Корсет». «Корсет» в марафоне представлен в двух вариантах. Ручная сборка полностью и сборка на машинке. Вам можно использовать любой из вариантов, как машинный, так и ручной. Первый вариант у нас полностью сборка на руках. Декорирование тоже полностью вручную. Здесь идет сборка основы платья на машинке. Далее идет декорирование тоже либо кружевом, вышивка на сетке, либо будем декорировать ручной вышивкой, которую будем вышивать сами. Материал для подобного платья идет либо атлас можно использовать, либо вот такой глиттер с небольшим стрейч-эффектом. Материал недорогой, в районе 520 рублей. Вышивки нам понадобится всего сантиметров 30, если мы говорим об этом платье. 30 либо 60. На подобный вариант платья у нас уйдет около метра кружева. Мы будем использовать либо один, либо два варианта кружева, то есть скрещивание двух кружев, симметричное и асимметричное. В целом нам понадобится полметр, либо полтора. То есть если вы берете два кружева, то вам понадобится полметра одного кружева, полметра другого. Победителем марафона станет участник, который наберет больше всего голосов среди участников. Голосуют сами участницы марафона. Победитель получает поездку в швейный лагерь в Прагу. Thank you.